Так, на тройке ZT2R китайская, якобы копия VX2. И шестерочка с манипулятором. Ну вот, ZT-шка принимает троечку, что приятно. А шестерочка, шумодав, наверное, выкручен просто-напросто у меня, потому что пробивается, но только сильный. Ну, антенки практически одинаковые. Как, что за КСВ у антенн? Без понятия нет прибора замерять. Вот. Ну, тут диамонт, тут тоже что-то наподобие. В общем, на троечке-то принимает. Не такая уж и глухая на троечке, уже интересно. Просто моментик так вот попался сейчас. Под утро на троечке хулиганы сидят, услышал. А там дальше будем посмотреть. Вот. Ну, вы видите. Неплохо уже. Черт, как же неудобно рукой.